Спасибо тебе большое, что ты согласился встретиться сразу практически после прилета, бессонной ночи и первого проведенного тобой спектакля в Новосибирском театре оперы и балета. Это очень здорово. И, конечно, с этого я и хотел бы начать свой первый вопрос. Когда ты один раз встал за пульт дирижерский, все восприняли это почти как шутку. Когда ты сейчас, в общем, теперь объявлен главным приглашенным дирижером Новосибирского театра оперы и балета, я думаю, многие твои поклонники задаются очень важным вопросом: не собираешься ли ты бросать оперное пение и переходить в дирижирование? Ну, слушай, начнем с самого начала. Все-таки образование дирижерское я получил еще до вокального. И 7 лет учился в хоровом училище московском. И само хоровое училище закончил как дирижер. И только в академии я взял дополнительное вокальное образование, параллельно закончив Класс профессора Вдовина. класс профессора Вдовина, а по дирижированию был у Виктора Сергеевича Попова. И в свое время у меня уже достаточно был опыт, в том числе в концертной деятельности, в хоровом дирижировании. Затем, когда Виктор Сергеевич мне сказал, что все-таки, конечно, голос, если он у тебя открылся, то это самый великий дар Божий, который есть, самый совершенный инструмент, который существует. И, конечно, надо им заниматься и продолжать Развивать его. развивать свою деятельность и свою жизнь музыкальную в этом направлении. И он всегда верил в меня как в дирижера. И если ты помнишь, мы в свое время даже на юбилей Академии дирижировали всенощное бдение Рахманинова с ним вместе пополам на концерте в филармонии в зале Чайковского. Ты понимаешь, что это за вечер для меня был, когда Виктор Сергеевич мне доверил с ним вместе дирижировать такое сочинение, на мой взгляд, самое серьезное хоровое сочинение, которое Ну, то есть он считал существует. тебя как бы лучшим учеником, Но он меня, по условно говоря, крайней мере, выделял. выделял и готовил, может быть, даже как свою замену продолжить его дело в хоровом училище и в академии. Но когда я стал развиваться в вокальном направлении, он меня поддержал абсолютно и сказал, что ему безумно жаль, что я иду по вокальной стезе, но он говорит, я верю в тебя и уверен, что ты обязательно к дирижированию вернешься, эта профессия уже с тобой. И ты знаешь, все эти годы, все-таки прошло 15 лет с моей певческой карьеры, еще с самого начала «Основы оперы», когда я познакомился с Евгением Колобовым. Вот эти 15 лет я же не только развивался как вокалист, но я и стажировался в симфоническом дирижировании и всегда замечал на репетициях, общаясь с разными абсолютно дирижерами. Это могли быть и гениальные, великие, и посредственные. В жизни все у меня встречалось. И я всегда замечал, как они работают, как проводят репетиции, на что обращают внимание, какие, так сказать, точки важные взаимодействия дирижера и всего коллектива. Это же не только певцы, которые участвуют в спектакле. Это и хор, это и режиссер в том числе, это и расстояние, это и просто само здание театра. И самое главное, кстати, что Виктор Сергеевич с первого урока мне говорил, что самое главное вообще это планирование репетиций, планирование времени, потому что встречаются дирижеры, которым даешь 5 репетиций, они только к пятой заканчивают первый акт. Кстати, и у режиссеров такие же есть нюансы. Конечно. Они через месяц А потом понимают, гонят. да, потом не знают, как доставить финал оперы. Получается, все это комкают за 3 дня. Финал. Так вот, я это замечал, все впитывал, пропускал через себя, анализировал. И ты меня знаешь уже много лет, я никогда не провоцировал, так сказать, свои выступления в дирижерском виде раньше времени. Это все случилось абсолютно естественно. И слава Богу, тоже мы знаем, как трудно молодым дирижерам пробиваться, потому что их никто не знает. Дать
молодому, совершенно неопытному парню симфонический коллектив, это абсолютно невозможная вещь, потому что они все, во-первых, распределены по главным дирижерам. Да. Да, и значит, чтобы молодому человеку встать за пульт, это нужно сидеть десятилетиями ассистентом у какого-то гениального дирижера, может быть, великого, талантливого, а может быть, и у посредственного. И сколько мы знаем этих ассистентов, которые ни разу в жизни не вышли на подиум даже в концертах. Вот. А сегодня, благодаря все-таки моему опыту, уже какому-то достаточному имени, друзьям, которые меня окружают, которые, надо сказать, ты был на концерте в Доме музыки, где я дирижировал Стабат Матер, Россини, это был оркестр Владимира Спивакова. Ведь это же тоже должна быть определенная смелость согласиться и предоставить мне такого уровня коллектив. И слава богу, меня поддержал и Владимир Тодорович, и Георгий Агеев, директор оркестра. И надо сказать, что эти люди воспринимали меня как дирижера, они не устраивали цирк, потому что мне после этого концерта, который прошел очень успешно, пришло много предложений сделать суперконцерты, кстати, в очень интересных местах, с хорошими коллективами, но все просили цирковые номера, чтобы я и пел, и дирижировал, и танцевал, понимаешь, и вступительное слово говорил. Я сразу эти вещи отрубил, отказался, потому что я воспринимаю вокальное и дирижерское направление как две совершенно разных профессии, и хочу войти в дирижерскую историю все-таки с профессиональной дороги. Не с цирком, да. И опять же, случайно сложилось, что вот Вероника Джоева, у которой фестиваль есть свой в Новосибирске, коль уж речь зашла о Новосибирске, у нее есть свой именной фестиваль там в театре. Она меня пригласила сделать этот концерт вместе с ней в качестве дирижера. И параллельно я должен был спеть премьеру Онегина. Но за месяц до этой премьеры она отменилась по каким-то причинам мне неизвестным. И, собственно, я оказался только с этим концертом как дирижер. И вот второй человек – это Владимир Кехман, который, абсолютно не зная меня со стороны дирижерской, пошел на этот риск, согласился, чтобы я встал за пульт. И, приехав на концерт, он увидел, как это все было масштабно, грандиозно и интересно, и предложил мне моментально, надо отдать должное, тоже его реакции и видению как-то вот на будущее, он мне предлагает сразу занять пост главного приглашенного, потому что Дмитрий Юровский занимает пост главного дирижера в этом театре. Естественно, я не раздумывал, мне было это интересно, потому что я в этом театре, готовя этот концерт, гала, заключение и фестиваль Вероники, и всего сезона театра, я увидел, насколько там профессиональный оркестр, высочайшего уровня хор, очень талантливые певцы в этом театре с потрясающими голосами. И этот театр на меня не произвел впечатление провинциального театра. Все-таки мы советских времен понимаем, что этот театр входил в тройку ведущих театров Советского Союза наравне, в общем, с большим театром. Театр с федеральной судьбой, с федеральным бюджетом. Я себя не чувствовал там в какой-то глубокой провинции. И мне показалось, что это тот момент в моей жизни, где мне необходимо принять решение и согласиться выступить в этом качестве. И мне кажется, Владимир Кехман мне предложил очень удобный вариант, который устроил и театр, потому что Владимир Абрамович мне сразу сказал, что я тебе не могу дать заработать на этом, но я понимаю твое желание как бы совместить, попробовать себя в качестве серьезного дирижера. Я тебя вижу серьезным абсолютно музыкантом. И готов тебе предоставить все, что от меня зависящее. Репетиции, любое количество, которое мне нужно. Абсолютно нет необходимости в моем присутствии круглый год в этом театре, потому что должность главного дирижера занимает Дмитрий Михайлович, кстати, тоже по отчеству, как и я. Я не могу там быть часто, потому что я еще связан контрактами своими вокальными на несколько лет вперед. Поэтому вот эти
свободные периоды, которые я могу заявить заранее. Театр готов идти мне навстречу и ставить те произведения, те названия, которые мне интересны. Это, кстати, касается не только оперных дебютов моих, но и концертные программы новые. Угу. Ну, то есть, чем дальше, тем ты будешь больше времени уделять этому театру? Или примерно все в тех же рамках останется? Ну, по крайней мере, сейчас мы уже обсуждаем на 18-й год мои периоды, и я уже, если я вписываю туда Новосибирский театр, я больше не соглашаюсь ни на какие предложения по вокальным делам. И я уже себе, получив контракт в Новосибирском театре, я уже планирую подписывать вокальные контракты только на самые интересные произведения, на самые интересные премьеры и в самых лучших театрах только. То есть уже не соглашаться на второстепенные. То есть ты все-таки сокращаешь вокальную сторону своей биографии? Я не могу сказать, что сегодня я сокращаю, потому что у меня уже на 2, 3, 4 года вперед подписано. Да, поэтому, собственно, все самое главное у меня подписано. Есть время, которое я могу проводить с семьей или ездить отдыхать, но, увы, значит, видимо, мой отдых будет теперь связан с Сибирью. С прекрасным сибирским климатом. Самый климат для отдыха. Хорошо, а что в этом репертуаре будет? Это названия, которые тебе хорошо знакомы, потому что ты в них пел, или это будут разные названия? Что вы решили развивать с Кехманом в этой связи? Я изначально выбрал такой внутренний, поставил себе какие-то некие рамки. Так как у меня уже достаточный опыт работы, в том числе и с хором, и я понимаю за мою карьеру оперную, что, кстати, не все дирижеры симфонически владеют хоровым дирижированием и понимают, как... Да и с вокалистами не все. Как работает голос, да, с вокалистами, и уж тем более такой с хоровой массой, у которой тоже есть своя абсолютно специфика. Вспомним Евгения Федоровича Светланова, который уже будучи Светлановым, он пошел в консерваторию и брал уроки хорового дирижирования, потому что он говорил, я начал дирижировать оперы и понял, что у меня нет контакта с хором. Я уже знаю все в симфоническом дирижении и не понимаю, как работает голос. И он пошел этому учиться. Поэтому мне кажется, что мое начало должно быть связано с голосом и с хором. То есть это, прежде всего, оперы, контральто-артериальный жанр или какие-то гала-концерты с певцами. Вот. Оперы, конечно, предпочтение я отдаю, по крайней мере, в это я быстрее могу войти, тем операм, которые я уже пел сам много лет на сцене. Но, собственно, с этого я и начал, с «Любовного напитка», с которой я вернулся. Мне это позволило просто сделать целиком весь этот спектакль за 2 оркестровых репетиции и, может быть, там за неделю работы с певцами. В следующий раз я приеду уже, то, что наметки на следующий сезон, это будет и «Аида», и «Кармен», и «Травиата», и, может быть, «Бал Маскарад», который ты слушал в записи. Но для этого мне потребуется больше времени и работы с ребятами, и работы с оркестром, и чтобы мне это в голове музыка улеглась лучше, чтобы я ее... Ну да, потому что чтобы ты, я ты прожил, же, прожил ты же внутри. «Аиду» или «Кармен» даже и не пел, в общем-то. Да. Да, но это не связано с тем, что я могу держать только тот репертуар, который я пел на сцене. Просто мне потребуется и для меня лично, и работы с ребятами чуть больше. Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, вот очень часто у певцов есть такое понятие, это дирижер, с которым удобно петь. Что тебе сказали твои певцы? С тобой удобно петь? Я думаю, что тебе лучше это спросить у ребят, с кем я... Ну, после спектакля они... Но мне кажется, что в любом случае я получал именно от ребят, от певцов, восторженные, по крайней мере, отклики. Не потому, что они мои друзья или с кем... Потому что они... Мне кажется, я их понимаю. Мы дышим кто, вместе. Кто, как не ты. Да. И я знаю...
подводные камни многих произведений и знаю, где им дать отдохнуть, где прибрать оркестр, где дать им свободу, где наоборот взять их в свои руки и дать им понять. Ведь не потому, что я какой-то особенный, а потому что я через это сам прошел. Мы, когда приходим на сцену только с головой вокалиста, мы думаем, что нам дирижер любой должен только аккомпанировать. Когда ты приходишь на сцену даже петь, но с мозгами дирижера, ты понимаешь, что у тебя в яме сидит 150 человек, что между вами еще расстояние, что на сцене еще есть движения мезосценические. Мы находимся в разных ситуациях в момент всего спектакля. И есть человек, который всем этим руководит и ведет этот лайнер. И да, конечно, оркестр, с одной стороны, это аккомпанемент, но есть система локомотива. То есть, если поезд пошел, его нельзя остановить вдруг на какой-то четверти, на какой-то ноте. Это вокалисты зачастую не понимают, они это не чувствуют. Им кажется, что не все еще в сценических движениях раскрепощены. Некоторые, если ему режиссер сказал поднять руку, в момент, когда он ее поднимает, у него уже эта четверть превратилась в сфермат, потому что он думает только об этой руке. В общем, Вадим, много-много нюансов. И, слава богу, я не могу похвастаться огромным опытом. Я, собственно, сейчас буду накапливать этот опыт. Но все же у меня есть некая фора по отношению к вокалистам, к хору, к голосам. Мне кажется, что я их понимаю, и я получаю от этого удовольствие, когда я вижу, что я помогаю певцу выразить то, что он чувствует. Ну, то есть вот сейчас после любовного напитка ты, в общем, был доволен собой? Ну, мне подходили ребята, во-первых, в течение всех репетиций они ко мне приходили, спрашивали вокальные советы. Я не занимаюсь преподаванием, но если, коль уж я работаю в театре... Ну, да. Потом уж, во всяком случае, ты много советов можешь дать и технологических, конечно, и каких-то стилистических. Прежде всего, я, конечно, не лезу в вокал, потому что они профессиональные люди, у них есть свои педагоги по вокалу, но что я могу им дать, это, конечно, произношение, стилистику, весь свой опыт, да, который понимание, у тебя уже понимание есть. Как они должны спеть эту фразу, чтобы мы были вместе с оркестром и сделали что-то одно единое целое, чтобы мы не были оркестр, который бежит за певцом, ну, да, и спотыкаясь, его ловит. Да. Ну, то есть ты им даешь больше уверенности, чем, условно говоря, простой дирижер, который никогда не пел сам? Вадим, я не знаю. Я тебе могу сказать, что я достаточно строгий дирижер, и я из той категории дежурской философии, где мы должны на репетициях решить, как это будет. И я на спектаклях не дирижер, который ловит певцов после этого. Я считаю, что мы должны нашу импровизацию, которая является, в принципе, спектакль, как история жизни городка и каких-то жизненных взаимоотношений. Для зрителей это должна быть какая-то новая история, которая рождается вот сейчас, сию минуту. Но нами оно должно быть отрепетировано все. И я тоже призываю певцов уметь планировать тоже свой ритм, свои темпы, свои фразировки, чтобы это... Да, мы каждый день чувствуем по-разному, и ты бываешь на моих концертах камерной музыки, и ты знаешь, как я исполняю любой романс того же Гурилёва или Алябьева и так далее, как я каждый раз по-разному его исполняю. В этом есть свобода, но с пианистом дышать проще. И чувствовать эту сиюминутную эмоцию. Сиюминутную. Сегодня такое отношение к этому слову, к этой фразе, завтра оно может быть другое. Спектакль оперный, более масштабная фразировка, конечно. Но мне кажется, вот это моя миссия, которой я могу помочь театру, скажем так. Ну, конечно. Я внутри вот этот стержень себе сформулировал, эту идею. Вот. И я не пытаюсь тягаться мускулами с главными дирижерами или с уже опытными великими маэстро.
я вот миссию свою вижу в этом. Я могу помочь театру именно тем, что я постараюсь постепенно, это не делается за два дня, но постепенно поднимать уровень музыкантов в представлении ими о жанрах. Очень мало кто понимает, чем отличается русская музыка от итальянской, от французской, для чего произношение является важным фактором в цветовой палитре. Ну и вообще просто, чтобы эта опера приобрела итальянский оттенок, произношение немаловажная вещь. Это к Новосибирске и Россини появится? Я очень надеюсь. Ты знаешь, следующий год — это, в принципе, юбилей Россини. Мы планируем сделать хотя бы гала-концерт, гала Россини. Это в планах у нас, в том числе к разговору о концертной деятельности. Ты знаешь, да, что в декабре мы 2 числа открываем концертный зал, который находится в одном здании с театром. Да. Поэтому, в общем, это грандиозное само помещение. Там была реконструкция? Да. Поэтому это будет яркое открытие, и к нам едут, если ты знаешь, большие европейские звезды. Лоренс Браунли, да? Лоренс Браунли будет петь теноровую партию в Стабат Матере. Рене Папп будет бас. Из Мариинского театра приедет Юлия Маточкина к нам, и Вероника Джиоева будет сопрано. Большой квартет. И я считаю, что это тоже, может быть, в какой-то мере моя заслуга, потому что это люди приезжают при очень плотном концертном графике. Допустим, Лоренс приедет прямо в день концерта. Я с ним уже все обговорил музыкально, я знаю, как он это поет. И я пошел на это, потому что иначе мы бы его никогда не заполучили. И на следующий день у него уже спектакль в Covent Garden. То есть он полетит после концерта сразу на сцену в Covent Garden. Понимаешь, с пересадками. Это только... человек мог согласиться ради меня, для да, меня. Да, конечно, этим ты тоже театру ради нашей будешь дружбы помогать. Я считаю, что мы помогаем друг другу. Театр помогает мне, а я чем могу, помогаю театру. А ты встречался с Дмитрием Яровским? Конечно, мы на связи, потому что он делал премьеру «Любовного напитка» в сентябре, октябре. И, да, это же совсем свежий спектакль. Да, свежий спектакль. И я сделал некоторые изменения. Где-то в штрихах, где-то открыл купюры, потому что мне показалось, что там певцам будет так проще закончить арию, и по стилистике некоторые сделал изменения. И чтобы не было никаких, так сказать, закулисных разговоров, я это делал все со звоном с Дмитрием Михайловичем, и он в курсе, и он дал мне зеленый свет абсолютно в этом плане. У нас прекрасные отношения. И очень уважительный, и он мне дал свой кабинет, к слову, поэтому пока, Вадим, я чувствую себя комфортно абсолютно в этой должности и в этом месте. Хорошо. Это значит, будет высокая эффективность, видимо, твоего пребывания. Но ты в Михайловском театре будешь дирижировать спектаклем, насколько я слышал. В Михайловском театре это будет в феврале, и мой дебют как дирижера в «Сивильском цирюльнике». Тоже к разговору о Россине. Это будет тоже юбилей театра. И Владимир Абрамович вначале меня пригласил спеть этот спектакль, но из-за того, что у меня ровно на следующий день сольный концерт в Москве, в консерватории, я сказал, что спеть не могу, но приеду тебе поддержать театр просто. И тут он сказал, ну так может быть ты сможешь продирижировать. Вот. И тоже мы пригласили двух солистов, прекрасных, не являющихся солистами театра со стороны. И я даже пригласил коуча из Италии, Джулио Дзаппа, приедет, вот это очень важно, да, который конечно. Работает каждый год на российском фестивале. Потому что мне кажется, это важно. Конечно, Вадим, конечно. Продирижировать спектакли или концерты может любой дирижер. Но самое главное, на мой взгляд, это подготовка к спектаклю, то, чего не видит зритель, это дни, часы, недели работы с певцами. Это трудоемкая вещь, потому что я приехал в Новосибирск, и я понял, что ребята с прекрасными голосами, но у них уже заучено все неправильно. А переучивать еще сложнее, чем правильно выучить. И я, ты знаешь, слава богу, что из-за моих
гастроли я приехал вначале на 3 дня. Я 3 дня занимался и с хором, и с певцами. Потом на неделю их оставил, улетел в Мюнхен петь как раз «Табат Матер». И за неделю им сказал, вот занимайтесь с пианистами, учите партию. Я приехал, все было выучено. Поэтому, может быть, даже сейчас я понял, и неплохо приезжать на какой-то короткий срок, с ними позаниматься, они сделают все эти пометки и дать им время немножко отшлифовать и впитать немножко, потому что очень много было замечаний, и они прям сидели на меня, смотрели такими вытаращенными глазами, что это невозможно все выучить. В итоге я тебе могу сказать, вчерашний спектакль показал, что мы сделали очень большой шаг вперед. Очень большой шаг. И оркестр, и хор, и все солисты. Это как раз самое важное. Я думаю, что это главное, что ты можешь сделать для них, потому что ты правильно сказал, продирижировать, промахать может каждый, но когда человек приносит правильную европейскую стилистику, да, я видел в трансляции «Бала Маскарада» и говорил даже об этом в обзоре на нашем канале, о том, что мне кажется, вот я об этом говорил там впрямую в том обзоре, что нужен коуч, нужен человек, который поставит людям правильный язык, правильное ощущение этого материала, потому что голоса... Это касается даже не только певцов. Почему я еще пригласил коуча, да, для «Сивильского цирюльника» в Михайловский театр? Потому что я ежегодно приезжаю на российский фестиваль в Пезаро, в Италию, и я понимаю, у меня даже в голове не укладывается, как эти пианисты, специализирующиеся на Россине, играют речитативы. Мы всегда пропускаем речитативы как что-то неважное, особенно дирижеры часто любят. Потому что это делается с клавесином, они опускают руки, и вроде как вы сами с певцами там отрепетируете в классе, я дирижирую только оркестром. А на самом деле, я тоже вспоминаю наши репетиции с Рикардо Мути, который по 6 часов в день с нами отрабатывал речитативы, которые его, казалось бы, не касались вообще. Но они самое главное в опере, весь смысл в речитативах. Ария – это музыкальный момент, который отражает, собственно, твой вокальный уровень, и где повторяется 15 тысяч раз два слова, да, как правило. То есть, грубо говоря, ария сама по себе – это остановка действия и излияние твоего состояния и чувств в данный момент. Круче делиться. Да. А речитативы – это все взаимодействие. И только итальянец, коль уж мы говорим об итальянском речитативе, может понять всю колористику звука, да, скорость движения, и нужен паузы. Паузы самое главное. И нужно иметь потрясающего, конечно, пианиста, который... Это целая специфика аккомпанирования речитативов. И я хочу тоже, чтобы Джулио Дзаппа приехал с ребятами, позанимался и языком в том числе, стилистике помог, и на спектакле играл нам речитативы в оркестровой яме. Мне кажется, что мы должны идти вот этим путем и постепенно. Я повторяю, я не жду, что, знаешь, завтра мы станем на 10 голов выше и будет это все сверкать итальянскими красками. Невозможно сразу. Но для нас главное, чтобы мы отдавали себе отчет, что да, это трудно, но каждый спектакль – это одна ступенька, один шаг вперед. Люди должны почувствовать кайф, делать вдруг все правильно, да? А я, с другой стороны, получаю огромное удовольствие от самого момента этого музицирования, что я стою перед оркестром, что я могу с ребятами, так вот как мы с тобой напротив, я им могу передать какой-то свой опыт, свое ощущение этой музыки, потому что не всегда, я даже когда пою, слышу в нашем общем спектакле то, как я это чувствую или мыслю, потому что мы имеем своего дирижера, свою постановку других певцов. Здесь я могу что-то передать людям из своего опыта и показать им свое видение этого музыкального материала. И в том числе могу открыть для себя новую музыку, которую я своим голосом петь не могу. То, что касается «Аиды», «Бал Маскарада», «Кармен». Я и себе расширяю музыкальный горизонт. И тоже обогащаю свой мир и получаю от этого огромное удовольствие. Интересно, а вот ты недавно делал «Дон Жуана» с «Доминго».
Ты с ним когда-нибудь говорил на эту тему? Потому что он-то классический пример человека, который всю свою жизнь и поет, и дирижирует. Вадим, я не просто с ним говорил, а он меня поддержал и передал даже театру видеообращение, которое мы вот на следующей неделе поместим на сайт. Вот он пожелал мне, во-первых, удачи в этой должности и передал привет абсолютно всем артистам театра, и оркестру, и хору, и солистам. И сказал, что я очень надеюсь, что когда-нибудь вот Дмитрий меня пригласит, и я приеду в Новосибирск. Вот поэтому ну что ж, я очень рад, что и он меня поддерживает и дал такое мне напутствие. Давайте посмотрим это обращение Пласида Доминго. Dear friends of the theater Novosibirsk, I am so happy to be here now in Prague. On a very special day, today is 230th anniversary of the premiere of Don Giovanni that was conducted by the composer, by Mozart, in this theater. And I have the pleasure to have a great cast I'm conducting then. And my colleague and friend and winner of Operalia, the tenor Dmitry Korchak, he's following what I have done also than I am a singer and a conductor, and he's also conducting, and I know that he's going to conduct in your theater. Of course, he has the great ability, being a singer, to breathe with the singers, to understand what the singers will be doing, and I'm very proud and very happy of him. I also want to say hello to everybody. He has talked to me about the city, he has talked to me about the theater, and about all the elements, the singers, the chorus, the orchestra. So I hope that one day I will be there. So I just want to wish you all the best, and I hope that one day I will be there, and I will hear Dmitry sing and also conduct. Thank you very much. Прекрасные слова Пласида Доминго. Ну, ты знаешь, что касается Пласида, то он самый яркий пример, конечно, певца, который встал за дирижерский пульт. У Пласида очень рано, да, и всю свою жизнь совмещал. У Пласида есть нюанс. Он так любит пение, он так любит голоса, что он иногда забывает, да, дирижировать и заслушивается этими, да, голосами. И смотрит на тебя так... Да. Я был свидетелем несколько раз, когда он, в общем, был не очень эффективен, потому что он как-то восторгался. Но он очень любит. Но, тем не менее, в следующем году он дирижирует даже «Валькирии» на Байройтском фестивале. И ради этого впервые в жизни вынули «Валькирию» из всего кольца. Это, конечно, даже Рихард Вагнер, наверное, в гробу. Я с ним говорю сейчас на эту тему, Вадим. Вот ты не знаешь. А Пласида... Это, кстати, вот он даже для нас пример не столько, что певец стал дирижером, а для меня он пример того, что в свои годы, уже при своем статусе, уже великого-развеликого, спевшего больше 300 ролей за свою жизнь, он не теряет вкуса к жизни, к музыке и все время учится и готовит что-то новое. Уж коли ты напомнил нам про Байройт, я с ним говорил сейчас в Праге по поводу его дебюта. Он говорит, я так волнуюсь, и ты знаешь, у меня будет 2 недели каникул. Я не еду на Мальдивы. Он говорит, я лечу куда-то, я сейчас боюсь сказать. Значит, один раз он летит точно в Чили, а другой в какую-то еще другую страну. Небольшую совершенно. Uh-huh. И говорит, и мне там друзья дают оркестр. И я буду неделю разучивать этим оркестром Вагнера, Валькирию, понимаешь, да? Ну да, при том, что человеку 75 лет. Так. Да, то есть для него это сложнейший дебют. Он к нему реально готовится. Он поедет и будет в Чили сидеть, неделю репетировать с оркестром Валькирию. Потому что он говорит, мне в Байройте дадут всего несколько репетиций, я должен быть готовым. Это, собственно, то, чего я имею без необходимости лететь в Чили. Я имею в виду Новосибирск, это опыт, которым я могу потом пользоваться. Ну, мне, конечно, поближе, сейчас... чем Чили, но тоже не близко. Да, не близко, но, по крайней мере, у меня сейчас тоже хорошее время наработать репертуар, который потом мне пригодится в дальнейшем, может быть, в каких-то театрах, где мне дадут действительно 2 репетиции,
а театр будет настолько важным, что, что мне нельзя будет отказаться. Но на Западе ты еще не дирижировал? Спектаклями оперными нет, но концертами дирижировал, конечно. Ну, то есть ты серьезно задумываешься про то, чтобы и делать и такую карьеру? Ну, почему нет, Вадим? Конечно, я... Если будет получаться. Я считаю, ну, во-первых, мы не знаем, сколько суждено нам петь. Ну, вот. Я точно не перейду в баритоны, потому что я просто не осилю учить еще партии. Я уже, знаешь, я что-то тоже уже больше 60 партий спел за свою карьеру. И в этом году я, собственно, еду завтра в Вену. Неделю буду заниматься тоже с пианистом. Мне нужно к декабрю выучить Вильгельма Телля, 4-часовую оперу. Угу. К февралю мне нужно выучить Гофмана. Я только что вернулся из Чикаго, где пел Орфея Глюка и Торвальда Идарлиска в Пезер на фестивале. И с Дзубиным Мэтой мы в июне поем «Кавалер Рос». Окей, там партия тенора итальянского не такая длинная, но все же 5 партий опять в этот год, понимаешь, у меня новых. Это не так просто. Плюс дирижерские дебюты. Я сейчас «Любовный напиток», потом мне предстоит «Сивильский цирюльник», «Аида», «Кармен», «Травиата» и так далее. В общем, далее. Не скучно. Да. Плюс концерты, которые мне уже прислали юбилеи в 2018 году, какие есть у композиторов, у произведений. И нам нужно, конечно, еще думать, как заполнять концертными идеями разными наш концертный зал при театре. Вот. В том числе и после 2 декабря, где мы исполняем «Стабат Матер», на следующий день у нас огромный гала-концерт в театре, где тоже все для меня новое. Мне было 15 лет назад трудно начинать певцом, потому что любая опера для меня была новая. То есть я учил по 7, по 8 новых опер. Сегодня я учу теперь дирижерские партитуры. А скажи мне, пожалуйста, название театров, которые ты произносишь, Новосибирский театр, Михайловский театр, это театры, которые связаны с именем своего руководителя Владимира Абрамовича Кехмана. У нас в стране сейчас такая сложилась ситуация, что репутация Владимира Абрамовича оказалась, в общем, не столь безоблачной. Тебя не смущает, что... как бы то, что у него такая сейчас не самая хорошая репутация, может как-то на тебе сказаться, то, что ты с ним сотрудничаешь? Вадим, я вообще к репутациям отношусь, в общем, своеобразно. Мне кажется, что если у человека репутация плохая, связанная в направлении искусства, это одно. Если у человека репутация складывается в отношении какого-то бизнеса или дел его личных, меня в жизни вообще никогда личные дела других людей не касались. Я никогда не вхожу ни в чью личную жизнь. И считаю, что если у человека действительно есть какие-то проблемы, связанные с бизнесом, он это может решить, в том числе и в суде. И если кто-то в чем-то виноват, то суд определит его положение. Я знаю Владимира Абрамовича очень много лет уже. С того момента, когда он только начинал свою деятельность в Михайловском театре, я помню прекрасно, как все смеялись над этой ситуацией, и все говорили, что его поставили, потому что он очень богатый человек и за свои деньги сделает ремонт в Михайловском театре, и ему это дали как игрушку поиграться ровно на год, чтобы он сделал ремонт, и потом его сместят. В итоге он проявил необыкновенный характер. Сегодня мы уже знаем, каков его характер. И он стал учиться, он не боялся говорить, что он чего-то не знает. Но он всегда учился, он советовался, он узнавал, он ходил, он 24 часа в сутки проводил в театре, он слушал каждую репетицию, он вникал и впитывал, понимаешь? И с его скоростью мышления и реакции, на мой взгляд, он достиг огромных совершенно движений в этом направлении. Когда другие директора театров сидели и жили со скоростью черепахи, он делал совершенно сверхзвуковые движения и мысли. Человек меня удивил своими неординарными решениями. Казалось бы, спросив 10 советов, он делает свой 11-й
вариант видения этой проблемы. И он, в отличие от всех этих 10 советчиков, попадает в десятку своим, своим поступком. В конце концов, есть еще человеческий аспект. И я сужу по людям, по их отношению лично ко мне. И я тебе могу сказать, что он себя вел всегда как абсолютный, как настоящий мужчина. Он меня никогда не подводил. Для меня на сегодняшний момент он является человеком, с кем можно не подписывать вообще никакого документа. То есть, если он сказал, что это будет... Джентльмен. Да. Джентльменское соглашение. Да, поэтому, Вадим, я считаю, что значит, есть дружеские тебе отношения. С ним хорошо работает. Мне с ним удобно, и я тебе уверяю, что так сказать, любая моя работа, мое взаимоотношение с людьми будет до тех пор, пока нам друг с другом удобно и комфортно работать. Это касается не только его, это абсолютно всех. Вот. Но я никогда не предаю друзей, если они ко мне относились абсолютно по-мужски и по-дружески. Поэтому вот мой ответ на твой вопрос. То есть вы, в принципе, с ним сработались, и твои планы в России вот связаны с этими двумя, ну, в основном с Новосибирским театром, но иногда, я так понимаю, ты будешь появляться и в Михайловском. Вадим, я, ты знаешь меня, я регулярно приезжаю в Москву и даю концерты, причем с различными программами, потому что я считаю, невозможно, как многие певцы, приезжать и петь «Уна фрутивы лагрима» каждый из концерта в концерт. Или не приезжать. Да, или не приезжать. Но я, как ты помнишь, за последние годы приезжал и с сольными концертами, с разными оркестрами, с выдающимися музыкантами рядом. Я приезжал и с камерными программами. Это да. И приезжал, делал программы с оркестрами народных инструментов, и записывал диски. За последний год я записал 4 диска, которые сейчас выйдут. И с итальянской музыкой, и с французской, и с оркестром народных инструментов памяти Сергея Лемешева программу. И мой диск с программой камерной, со старинными романсами от Глинки, так сказать, до Гурилева, Лябьева, понимаешь? Нет бы петь «Уна фуртивы лагрима». И «Уна фуртивы», а «Уна фуртивы» я дирижирую. Вот. Но были бы предложения, понимаешь, Вадим, когда мне поступает предложение продирижировать, танцевать и петь, мне это неинтересно. Вот. Если бы были серьезные предложения, я бы приезжал. Вот. И в Москву, поэтому мы будем надеяться, что моя деятельность сложится и будут интересные программы не только певческие в Москве и в Петербурге, но, может быть, и дирижерские. Это, кстати, возможно. В заключение просто хочу рассказать очень смешной анекдот. Когда-то Александр Ведерников дирижировал спектаклем «Борис Годунов», в котором пел его отец Александр Ведерников-старший. И на НТВ вышел прям такой репортаж. Потом сказали, что вот сегодня в Большом театре был Борис Годунов, в котором Александр Ведерников и пел, и дирижировал. А, то есть это прям вот было рассказано с экрана телевизора. Надо мной в Новосибирске смеются, потому что когда я провожу оркестровую репетицию в яме на сцене, то я за всех певцов пою еще параллельно. И они говорят, ну мы видим, как ты дирижируешь, и слышим по громкой связи в театре, как ты поешь за эти оперы за все голоса. Ну слушай, запись Тосканини, вот эти опер типа «Травиаты» с Альбанези, там же везде слышно, как он... Как Гленн Гульд, как записи Гленн Гульда. Или как записи Гленн Гульда. Но Тосканини пел за всех абсолютно. Это же невозможно, если... Человек это все понимает и слышит, он не может. Ну, а я хочу тебя поблагодарить, спасибо за эту встречу и пожелать всем нам, чтобы, может быть, действительно мы в Москве увидели твой дирижерский театральный дебют в одном из московских театров. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное, дорогая.